Лето – сезон, когда можно выбраться в лес, чтобы подышать свежим воздухом или собрать вкусных ягод к столу. Но прежде чем отправляться в такой поход, нужно помнить об элементарных правилах безопасности, чтобы прогулка не обернулась неприятностями. По традиции, спасатели Щелковского центра гражданской защиты совместно с сотрудниками пожарного гарнизона провели ежегодные учения и отработали ситуацию, при которой человек потерялся в лесу. Импровизированный поиск прошел в лесу возле Медвежьих озер. Мы сегодня отрабатываем ситуацию, когда человек пошел в лес, потерялся, значит, упал, сломал себе руку, начал нервничать, но успел набрать телефон 112. Место звонка было запеленговано, вышла группировка, созданная из отряда, отдела гражданской обороны и гарнизона МЧС. Пострадавший был найден, оказана медицинская помощь. В этот раз помогал спасателям и пожарным корги-отряд во главе с бессменным талисманом Щелковского центра гражданской защиты Марусей Леонидовной. Такие учения необходимы для того, чтобы в очередной раз показать слаженную командную работу профессионалов в условиях экстренной ситуации. Запланированная инсценированная ситуация по поиску человека в лесу прошла на отлично. Отработали наш спасательный отряд и гарнизон совместно с нами, отработали отлично, я считаю. И такие учения, они нужны, потому что они поднимают боевой дух, раз, и второе, усовершенствуют свои профессиональные навыки. Помните, если вы собрались идти в лес, то обязательно предупредите об этом своих близких. Возьмите с собой заряженный мобильный телефон и воду. В случае, если вы поняли, что все же заблудились, то позвоните по номеру 112. Спасательная бригада оперативно приедет на помощь. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.